Саратовской области началась климатическая зима. Об этом сообщил главный метеоролог региона Михаил Болтухин на пресс-конференции, посвященной готовности области к зимнему сезону. По словам синоптика, устойчивый переход температуры через нулевую отметку произошел на территории всего региона. А это значит, что впереди еще почти 4 месяца морозов, снегопадов, метелей и гололеда на дорогах. С учетом этих прогнозов участники брифинга, представители МЧС региона предупредили жителей о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. В частности, по словам сотрудников ведомства, это касается автолюбителей, которые передвигаются по региональным и федеральным трассам. Особое внимание специалистов уделено Левобережью, где традиционно зимой происходят снежные заносы. Впрочем, эксперты отметили, что в режиме готовности находятся спецслужбы по всему региону. В каждом районе создан оперативный штаб и мобильный отряд жизнеобеспечения. Что они себе представляют? Это, значит, автомобиль, предназначенный для обогрева, так называемый мобильный пункт, значит, временного размещения водителей и пассажиров. Это в обязательном порядке, значит, тягач, который предназначен для того, чтобы оказывать помощь застрявшим машинам. Значит, это машина скорой помощи. Это, значит, специальная инженерная техника. Всего создано 46 таких отрядов. Кроме того, по словам специалистов МЧС, на всех дорогах будут действовать стационарные пункты обогрева и питания водителей. Они созданы на базе существующих кафе и гостиниц. Таких пунктов чуть больше 50. Однако в ведомстве уверены, что этого достаточно. Где точно они находятся, спасатели проинформируют автолюбителей с помощью СМС-оповещения или по выделенной волне радиостанции.